Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смерть в раю». Так, ну, машинка у меня по-прежнему старенькая. Так что у нас тут прогресс. Огненный мотоцикл, это все понятно. Костолом, привидение, фломбиль. Ну, проехаться, что ли? Проехаться или нет? Для старта миссии нужна машина «Огненный мотоцикл». Как тебе такой прикид? Нужен огненный мотоцикл, вот такой. Сконструировать сколько? 2500 монет. Ну, всего лишь 2500 монет. У меня просто вот море этих монет лежит, если ты еще не заметил. Прикалывается. Давай, наверное, с тобой выберем обычную миссию. Давай-ка здесь попробуем. Будем работать вместе. Такой мелочи не останется и места. Банда сменила свои позиции. Крысы свободно гуляют по нашей территории. Ну так будем наказывать этих крыс. Господи, вы что, ребята? Как в первый раз, ё-моё. Выбирать я ничего не буду. Единственное, что я забыл, какие кнопки куда. Вот это я забыл. Так, что? Так, это перевар, я понял. Едем в обычном режиме. На! Хилку, да? Хилку мы взяли. Развернись! Так, турбо есть, и это хорошо. В минус. На-ка! У нас буста нету, что ли? Буст закончился, да? Но... Развернись! Нормально. Так, у нас есть с тобой ускорение. Пока не будем тратить. Да чтоб тебя, а? Черти воду жарили. Если надо будет, я бустануть, конечно. Успел? Успел. Я уложился, друзья мои, миссия выполнена, и это круто. Заработаны монеты 92 штуки, плюс сундук 50 монет. И все? И все? Так скудненько. Ну, а что я могу сделать, ребят? Ну, 50 монет и 50 монет. Шахты, что по шахтам у нас? Она заблокирована, я понял. По топливу забираем десятку. Улучшить. Подожди, улучшить. 15. Блин, у меня всего 4 слитка. Не прокатит, ребята. К сожалению. Ты-то что здесь сидишь? Уничтожишь врагов тараном. Забрали с собой ракеты, короче. Открыть серебряный сундук. 3 штуки. Хорошо, ты тут придумал. Так, реклама. Я не помню, что делать. А тут у нас что? Плюс с их визитов к нам еще и новые детали для вас. Забираем, ребята. Так, что ты тут скажешь? Выдвигаемся на разведку территории. Нам не нужны незваные гости. Согласен. Награда? А, ну это одна карточка всего лишь. Одна карточка, ребята. А нужно, чтобы открыть новую машину, нужно там 15-20 карточек. А когда мы с ней-то встретимся? Кто мне объяснит, когда мы с ней встретимся? На хвосте, на хвосте. Что-то мне подсказывает, что... Газуй. На, этот джип слишком мощный. Твою налево, блин. Оу. Развернись. Я не вижу просто, что мы там с тобой делаем. Слишком круто. Подожди, с какого перепуга у меня какой-то дробаш? У меня не должен быть дробаш, у меня должен быть именно пулемет. Новые достижения, друзья мои, я получил. Road Roller, 2000 опыта. Так, еще 50 монет. Итого 100... 153. Конечно, умножим.
Угу, денежку мы с тобой забрали. Это классно. Так, автомобиль, события закончатся через 14 дней. Заблокировано, пройдите уровень 39. Я манал, ты посмотри, какой крутой. Крутая тачка. Блин, ну понятно, что здесь нужен мотоцикл. Тут 25 уровень. Но если у меня нет мотоцикла, что я сделаю? Что я сделаю тебе? Вот скажи мне. Это мой гараж, ребят. Вот на чем я в данный момент гоняю. Прокачаем топливо, наверное, да? Ага, новое достижение. Что там? Junior механик, 53 секунды. Пускай улучшается, пока мы тратить не будем с тобой ничего. Нитро, это все понятно. Идет улучшение, там минуту подождать, это ничего страшного. Что ты хочешь мне сказать? Что-то, видишь, вот тут 5, это баги, 5 карточек нужно. Слушай, ну ты же вроде что-то хочешь пролопотать. Но я не вижу, чтобы ты что-то мне тут сказал. Сундук, а это что такое, ну-ка. О-хо-хо-хо, да ладно. Ну-ка, давай здесь. Дай 500, 500 поедет. 4, ну 400 тоже неплохо, ребят. Так, открыть сундук. Я манал. Где я тебе возьму столько? У меня слитков-то всего лишь 4 штуки. Так, а вот это что у нас? Крысы выходят за все рамки. Поймали одного, но про твою семью информации нет. Ну, естественно, ребят, я пойду вперед. Так, что у нас? Взять новое задание. Берем. Главная крыса наконец-то вылезла из норы. Мы уже приготовили клетку для нее, осталось только поймать. Ух ты! Карточка на вот такую фурку. Не имею права пропустить. Так, ракеты взять, топливо, сложность нормал. Я ничего брать не буду. Если будет уже сложно, чересчур, конечно, мы тогда возьмем. Где гаденыши? Оу, воу! Да хорош. Щебечет мне здесь. О, вот это я понимаю, пулеметик, ребята. Да иди ты. Так. Интересно, на что ты способен? Тебе лучше не знать это. О-о-о-о-о-о-о. Друзья, это босс. Это босяцкий. И он меня... И он меня наказывает. Да как... Хорошо, хоть хил дали. И то спасибо. Если бы я знал, конечно, что здесь такое дело, я бы В труху. Пускай не выеживаются в следующий раз. Верно? Красиво мы ее запинали. Очень красиво, мне понравилось, ребята. Это главная крыса была. Она была замешана в убийстве нашей семьи. А именно, жены и ребенка. 500 монет. Ну, смотри-ка, денежка идет потихоньку. Колесики крутятся, денежка мутится, верно? Да, прогресс 12%, ребята. Смерточерепа. Дальше у нас там... ух ты, новые шахты будут. Так, слушай, секундочку. Так. Сейчас мы в данный момент вот здесь вот, да, получается. Шахты, может быть, захватить. Это ведь захват шахты, я уже не помню, ребят. По-моему, захват шахт идет. Патрулирование территории. Выжить во время погони. Я только и делаю, что выживаю всю жизнь. Иди ты. Да на ты. Улух. Ракеты. The best from west. Дымит там лежит. Это что за два выпендрежа там были сейчас? Да хорош, родной, хорош. X2. Поехали-ка мы отсюда, а? Хорошо. Подожди. А что случилось? Ребята, я, видимо, для победы... Так. Не понял, я
погиб или что? Что произошло? Я съехал с трассы. Вот что я тебе скажу. Лучшее время, карта. Старт. А это что еще за режим? Такого режима я не помню. Ох, ёк-макарёк, неудержимый. Это что такое? Это закрытая арена. Продержись больше времени, установи рекорд. Понял. Иду на рекорд, ребята. Попытаюсь выжить как можно дольше. Больше. Так, развернись. А тут-то как? Турель, ёк-макарёк. Так я здесь ничего не смогу сделать. А, это, наверное, арена. Мы здесь должны просто с тобой... Понял. Дайте хилку. Да ты развернись ты, господи. Вот тут тырки, а. Сейчас попробую заехать наверх. Если мы с тобой сделаем небольшой вот здесь разгон. Попробуем. Нет, моя машина не долетает. Выжить, выжить. Смерть, ладно, ребята. Смерть так смерть. Нифига там уже, время 1 минута. Новый рекорд, но это для меня новый рекорд, естественно. Не для игры, чисто мой. Персональный, так скажем. Ну что, давай глянем, что у нас тут. Две месейки светятся. А что вот тут такое, а? Увидим, что нам расскажет королева крыс. Забираем. Сконструировать 5000, ребята, прикинь. А у нас только лишь 1376. 2500. Но это моя машина в данный момент. Жнец. 3. 3 у нас карточки на жнец. На истребитель 0. На баги 0. На огненный ангел. Почему-то вообще ничего нету. К сожалению. Так, это кто такой? Это новый кто-то у нас, друзья. Ну-ка. Перевозить воду очень опасно. Мы еще не работали в команде, но ты хороший боец. И мне не обойтись без тебя. Спасибо за доверие, бро. Я надеюсь, тебя не подведу. Доставка воды. Опа. Нифига у меня тачанка. А, я ему должен помогать, прикрывать его, скорее всего. Да что ты не едешь-то? Так, тихо-тихо-тихо, едем вместе, едем синхронно. Так, ты смотришь назад, я смотрю вперед. Да, машина крутая на самом деле. Угу. Yeah. Не то слово, yeah. Хорош, уеживается тут мне еще. Ну? А где напарник-то? Эй, водовоз. Вот он. Ты меня так не пугай, блин. Мне задача сопроводить тебя. За это мне только деньги платят, а не за то, чтобы ты тут отдуплился, как всегда, не вовремя. Слушай, я хочу себе такую машину. А она ведь получается в игре, ребят. Не туда я шибанул. Да на ты успокойся, а. Заезжаем, 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 бро. Ну что ты там, твою ж налево. Давай разгоняйся. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Я тебя подтолкнуть, к сожалению, не могу. Зашибись, ребят. Ты можешь взять разгона побольше? Может быть, мне надо проехать вперед? Ребята, у меня горючее идет. Кончается, в отличие от него. Надеюсь, что это, да, миссия выполнена.
Типа я его сопроводил. Так, сколько? 75 монет. Того 194 в плюс идет к нам, да? Это к нашей общей сумме. Ну что, глянем, что тут еще у нас за работенка. Так, что ты мне скажешь? Такие вылазки очень опасные, но по-другому никак. Надеюсь, могу рассчитывать на тебя? Конечно. Раненым нужна помощь. Отправляемся за медикаментами. Нам придется ехать в новые места, чтобы найти хоть что-то. Последнее горючее, ребята, я потратил. Твою налево. Последнее горючее, которое у меня было. Сразу с мин. Подожди, а почему? Кто мне дал такую машину? Вроде ездил на каком-то... А, может быть, мы это... Так, вы достали меня, олухи. На, эти еле проехал. Без горючего, естественно, никуда. Давай-давай, лупи по ним. Ух, надо влепить. Горючие взяли, отлично. Плюс патроны, плюс хил. Газуем. Ай. Вот это было больно. Да размажь ты его по стенке-то, господи, ну. Все. Что там еще за самолет? Еб, просто летает. Е, по-моему, да? Нет, еще не е. Баги. Все. Помощь раненым. А мы сделали помощь раненым. Так, 75 монет. Конечно. Жалко, конечно, что горючки у нас с тобой больше нету. Я не смогу сделать ни одной поездки. Ага. Подожди секунду. Вот тачка. Вот мы на ней ездим, да? Точно, ребята, мы на ней ездим. Вот она у нас открыта. Вот почему ценника-то и нету. Воу, ты прикинь. Крутая штука. Слушай, ну в принципе, вот это мощная. Вот движок ей надо улучшить. Где моя машина? Так, тут. Ну, она уже слабенькая, в принципе, ребята, установить. Это будет посерьезнее. Где? Вот. Если даже сравнить. Да, конечно, в разы. В разы, ребята, круче. Так, детали двигателя. А что, у нас нехватка, что ли? Так, а старт у меня нету. Ребят, какой старт? 8 энергии нужно. У меня нет столько. Топливо. Броня. Не могу. Не могу пока ничего здесь сделать. Ну что, посмотрим, следующая гонка потребует у меня сколько энергии? 8? Если 8, то... Опа! Хорошо, что лекарства не понадобились нам обоим. Твоя семья, наверное, попала в плен. Недавно черепа привозили пленных. И я помогу тебе проверить, были ли они у них. Так мы же вроде как с тобой дрались. Привет, я Ахиллес. Когда-то я был инженером, а сейчас я заведующий ареной. Побеждай на арене и вместе с напарником получи приз чертеж баги. Но 8 энергии нету, энергии у меня, друзья, нету. Только один вариант. Пока заканчивать, ну, продолжать, когда у нас накопится энергия. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.